Заходи в нашу пивоварню. Такого пива ты больше нигде не найдешь. Попробуй наше пиво, и ты полюбишь его с первого глотка. Мой муж. Он делает лучший хмельной напиток во всем Акабире. Мягкий, как бархат, а голову кружит похлеще любого саке. И горло не дерет. Да в целом было неплохо, пока в пивоварню не заявились эти любезные гости из северных степей, чтобы им сдохнуть. Они наемники, ищут работу и попутно уничтожают наши запасы пива, регулярно забывая платить за него. Легко сказать. Стража у нас куром насмех, а эти громилы вполне могут разнести всю пивоварню, если я откажусь им наливать. И кто будет возмещать нам убытки? Неужто император? Как же? Император сам пользовался их услугами во время войн. И теперь они здесь имеют право творить все, что хотят. Пока они не суются в жилой квартал, их никто и пальцем тронуть не смеет. Надеюсь, вы собираетесь разговаривать подальше от пивоварни? Вообще, у меня есть план, как от них избавиться. Но для этого придется облазить парочку пещер. Ну, тогда пусть земля тебе будет... о чем это я? Да хранят тебя боги, конечно же. Так будет сладко тебя убить. Поругуй. Аждек, Зур, у вас на юге все совсем другое. Мало женщин. У людей женщины никуда не годятся. Мягкие животы, мягкие задницы. Трудно найти хорошую женщину и хорошего коня. Зардек, Зардек. Ты бросаешь мне вызов? Эй! Заходи в нашу пивоварню. Такого пива ты больше... Все-таки весело наблюдать, как гибнут эти тупые животные. Ничем не лучше рабов. Теперь они еще долго будут обходить пивоварню стороной. У меня кое-что есть для тебя. Наверняка понадобится. И, конечно, порция пива бесплатна. Заходи к нам. Мы тебе всегда рады.